Можете пофоткать, не уляньте. Да, с 2015 года был в Покровске создан перинатальный центр. Это один из 3 перинатальных центров в Донецкой области. Ну, страшно, потому что война идет каждый день, вот эти стрельба, это как-то на нервы тоже сильно влияет, поэтому лучше выехать. Then, ну, на жаль, зараз не дуже знаем, куди того, що. Ну, вообще думаем, ну, не именно за границу, а под Польшу, то да. Ми виїжджали во Львов, потім переїхали, того, що там теж почали, ну, стріляти. І нам сказали, що потрібно їхати обратно, з родителями ж приїхали. Хотілося, щоб мир був. І не бачили діти нашого до того, що зараз діляється. Так от. Та-та-та-та. Хочеться миру просто. Зараз трудно сказати, який район є обстріляти. Ой, так, це страшне, от та от неізвісність. Що воно буде далі. Надеяться на лучше. Да, сынок? Они, ну, начались на 9 месяце, но преждевременно началось. Вот это мор просто.